Ну вот хотя сейчас и в моде в большой, то, что называется лонгриды, большие истории путешествий, но путешествие Вики, оно отличается абсолютно, потому что это путешествие не по странам, а путешествие по сердцам. При этом видно, что там ей самой, может быть, не очень приятно давать интервью женщины, которая, ну вот совсем уже прозомбирована на тему того, что американцы там чуть ли не детей едят, но она честно это делает. Это пример очень честного прочтения вот этой сложной истории взаимоотношений Украины и России. И, в общем, видно, виден этот надлом в каждом посещении ее какого-нибудь дома, в каждом визите, виден этот надлом между тем, что все-таки это СССР, у всех одинаковые герани на окнах, у всех одинаковые клеенки, у всех одинаковый примерный вид на эту постиндустриальную Россию, но при этом вот виден этот надлом между тем, кем себя человек сейчас ощущает, там жителям еще пока зависимого, но уже скоро независимого Донбасса, потому что это было самое начало донбасских восстаний. Или жителям такого же, в общем, депрессивного, но города в Запорожье. И видно, что если люди на Донбассе говорят, да нет этой страны, не ездим мы в Крым, да и не поедем мы в Крым, хоть он и наш там, Крым. А люди в Запорожье каким-то образом объединяются, и, собственно, на глазах рождается нация. Вот это самый главный эффект книги Вики, когда видно, как на глазах рождается украинская нация. Хотя, в общем, и там, в общем, такой же СССР. Когда вот эта поразительная совершенно последняя фотография, где люди стоят с рукописными бумажками и говорят, что вот мы братья, не надо с нами воевать, ты невольно этому веришь больше, чем любым сюжетам, агитационным, неагитационным, журналистским материалам, потому что это то, что было прожито вместе с этими людьми, и это поэтому бесценный совершенно опыт.